по улице Шевченко, корпус О1, политех. Самое высокое здание политеха, 14-этажное, ничем не подсвечено. Для самолетов с нескольких сторон вообще не видно. Жесть. Всем привет, друзья! Этот сюжет я снимал, когда ехал по ночному Харькову, по улице Шевченко, вот тут здесь вот. И когда увидел свой родной вуз, посмотрел, увидел только иллюминацию, подписанной буквы «Политех». А дело в том, что я находился вот здесь, вот проезжал, «Политех» вот он. Но если отдалиться немножко, то видите, здание политеха, вот немножко на высоту поднимаемся. От политеха есть взлетная полоса аэропорта на расстоянии 1,5 километра. Всего 1,5 километра. Это при том, что это здание О1, оно имеет высоту 65 метров, причем на возвышенности расположено. Это такая громадина с кучей антеннов. Вот это как раз здесь вот с этого вида самолетом ничего не будет видно. Вот я с этого ракурса снимал. В темноте здесь просто совсем ничего не видно. Вот даже я смотрел, вышка пожарной охраны здесь подсвечена на 3 уровнях. А здесь политех с этой стороны абсолютно без подсветки. То есть если экстренная посадка самолета или вертолета, они просто не увидят здание, и может случиться непоправимое. Вот смотрите еще раз, как я это снял. Знаменитый политех. Его вообще не видно в темноте для самолетов. А виден только немножко иллюминация политеха сбоку. Это жесть. Там и антенны, и все, и не светятся сигнальные фонари. Политех, политех. Кошмар. Совсем не видно. Так что, друзья, делитесь этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем надеяться, что эту проблему исправят и поставят сигнальные огни для самолетов и вертолетов. Всем отличного настроения, до скорой встречи!